Здравствуйте, друзья! Это видеоканал «Русская Америка». Предложение для наших подписчиков. Работа. Нужен один человек, выберем лучшего из лучших. Нужен человек, который ориентируется в пространстве бизнес-блогеров, тренеров личностного роста, бизнес-тренеров, как угодно их можно называть, бизнес-консультантов, блогеров на Ютубе, которые рассказывают о бизнесе. То есть люди, которых сейчас смотрят, слушают, ходят к ним на тренинги и так далее. Среди их зрителей, среди их слушателей, большинство людей все-таки хотят заниматься бизнесом. И мы хотим, чтобы бизнес-тренеры, бизнес-блогеры отправили наше предложение, которое мы подготовили. То есть им даже ничего не нужно создавать и придумывать. Ну, могут они что-то там подправить, добавить, но костяк уже есть. Отправляли по своим слушателям-зрителям. И если их слушатели-зрители становятся нашими клиентами компании «Второй паспорт», то бизнес-блогер, бизнес-тренер получает процент. А человек, которого мы сейчас ищем, он как раз будет находить этих бизнес-блогеров, бизнес-тренеров, бизнес-консультантов, которые захотят это сделать, то есть работать с нами на вот такой комиссии. Для них на самом деле ничего сложного нет, то есть разослать наше предложение по своей сети, и какая-то часть однозначно откликнется, они получат комиссию, все это заносится в Битрикс, они все это видят, никаких таких вещей, что там кто-то позвонил от них и мы не заплатили, это просто невозможно даже представить, потому что все у нас фиксируется и потеряться ничего не может. Плюс мы еще бизнес-блогеру в подарок делаем вид на жительство в Европе. То есть вот тот бизнес-блогер, бизнес-тренер, который хочет с нами работать, и мы от него получаем экономический эффект, мы готовы за свой счет сделать ему вид на жительство. Кому нужно, конечно. Может, кто-то скажет, а мне и нафиг оно не надо. Вид на жительство в Европе позволяет жить в любой стране европейской неограниченное количество времени, плюс можно приезжать в Европу, не получая визы. То есть виза тебе не нужна. Это за наш счет, мы сами заплатим адвокату. Ну, понятно, что человек должен относиться по критериям, по которым этот вид на жительство дается. Но я думаю, что большинство из успешных бизнес-блогеров, 99% под эти критерии подходят. Так что вот это такой бонус от нас. Плюс еще и денежки. Там по $500 за каждого клиента мы платим. Ну, там 4 клиента нашлось по рассылке. Вот вам, пожалуйста, $2000 в месяц дополнительных денег. Я считаю, что это для бизнес-блогера, для бизнес-тренера, даже для успешного, это лишним не будет. Значит, теперь еще раз возвращаясь, кого мы ищем. Мы ищем человека, который будет отправлять сообщение, которое мы написали бизнес-блогерам, бизнес-тренерам, разговаривать с ними, убеждать, чтобы они с нами работали. По поводу вашей зарплаты, этого человека, которого мы найдем, который сейчас нас слушает, наверное, один из. Определяйтесь, скажите предложение, если нас устраивает, значит, по рукам и начинаем. Вы можете жить в любой стране, важно, чтобы вы владели хорошо интернетом, ориентировались вот в этой массе, можно так сказать, бизнес-блогеров, бизнес-тренеров. Я даже не хочу разбирать, кто там из них успешный, кто не успешный. То есть наша задача, чтобы у них была аудитория. Понятно, что там большая часть, я даже сам критиковал многих, большая часть, может быть, и никогда бизнесом не занимались. Но к ним люди ходят все равно послушать что-то о бизнесе. Так вот, мы для них спасение. Мы как раз покажем реально успешный, надежный бизнес, который растет, и их зрители, слушатели смогут этим бизнесом заняться и зарабатывать деньги. Так что они выполнят свою миссию, с которой они приходят к народу, рассказывая о бизнесе, даже если сами они не бизнесмены. Итак, телефон плюс 1-646-477-0520, это Viber и WhatsApp, если вы ориентируетесь, что такое бизнес-блогер, бизнес-тренер, и хотите у нас работать, значит, напишите. Напишите так, что хочу, WhatsApp пишите, хочу работать
с бизнес-блогерами, бизнес-тренерами. Вот это будет такое ключевое слово, чтобы мы вас сразу обнаружили, потому что поток большой, сообщений приходит. И мы дадим вам текст и сразу предложение свои по финансам. То есть, что вы хотите, то есть, например, за 100 контактов, переговорю со 100 бизнес-блогерами, бизнес-тренерами, и хочу столько-то денег, да, или там можно платить по результату, там мы будем готовы больше платить, но ну, чтобы результат был. То есть давайте обсуждать и придем к какому-то общему знаменателю. Все, до новых встреч, пока.